Porsche 911 RS, номер 11. Ребята, Минск, полигон Липки. Здесь проходит Dark Racing, закрытый кубок. Больше 50 участников, квалификация и финальные заезды в 7 классах. Значит, по телеметрии, смотрите, вот там светофор, прошу всех обратить на него внимание. Когда вы вставляетесь, становитесь сначала на престейдж, вот он загорелся. Дальше второй участник становится на престейдж, то есть с правой стороны должен загореться такой же сигнал, и только потом на стейдж. Если вы переехали, то загорается красный сигнал. Большая радость, что у нас вообще что-то состоялось в этом году, потому что мы привыкли, что обычно весной начало сезона. В этом году ничего не было, и поэтому все рады друг друга видеть. Вот. Ну и в целом неплохо организовано, все хорошо, все качественно, я доволен. Ну, как-то купил эту машину уже 11 лет назад и начал потихоньку приезжать. Поначалу всякие были раньше нелегальные заезды. Года три назад я просто заезжал на вечерние тут тренировки и попал вот так вот, пришел к спорту, когда машина быстро поехала. Достаточно быстро для соревнований. Subaru Impreza GT. Доработан мотор, ходовая, коробка. Остальное все как бы в стоке держит. Только мотор очень сильно был доработан. Кованые шатуны, поршни, распредвалы, пружины, тарелки. По мощности приблизительно 600 сил. Я не могу сказать четко, может и 700. На стенде не мерились, поэтому не могу сказать.
Dodge Neon SRT 4. Машина с двигателем 2.4 турбо. С завода имеет, по-моему, 235 лошадиных сил. После всех доработок, которые я с ней сделал, в ней где-то 500 с мелочью, может там 515-520. Вот. Это переднеприводная машина, поэтому на соревнованиях основная задача – это хорошо зацепиться на старте. От этого зависит, в общем-то, весь результат. Ну, на самом деле, непосредственно двигатель дорабатывался не сильно. В нем заменены только шпильки ГБЦ и шатуны, ну и вкладыши. Вот. А вокруг заменено все. Стоит другое сцепление, полностью заменена топливная система, стоит большая турбина, впуск доработан, выпуск доработан. Электронных всяких девайсов установлено довольно много. Там лаунч-контроль, shift-cut, буст-контроллер. Ну и облегчена. Таких неонов у нас в стране всего штуки 4, наверное. И то, может быть, живых уже меньше осталось. А в Америке, допустим, их очень много. Это очень популярный автомобиль именно для драгрейсинга. То есть это, можно сказать, на уровне, ну, наверное, самый популярный переднеприводный – это Honda Civic. И в Америке неон SRT4, он, в принципе, наверное, наравне с Civic котируется. Очень много их там ездит, и там есть машины, которые там по 1000 лошадей, которые ездят, очень безумные результаты показывают. Ну, это в Америке, у них там все для этого, скажем так. Сегодня происходил, в принципе, первый этап гонок в Минске, скажем так, после большого перерыва, где вместе мы связали как открытие гоночного сезона, ну, так его и первый этап. Было, как ни странно, очень много участников. На удивление, поприезжали как участники чемпионата РБ зарубежных этапов наши белорусские пилоты, так и, в принципе, любители, которые на атмосферных машинах выступали, также на подготовленных. Кубок от чемпионата в чемпионате РБ – это многоэтапная серия, которая подразумевает собой по итогам года зарабатывание очков, что приводит в конце, грубо говоря, к твоему заниманию места. В обычных кубках, как Кубок городов, по факту, то есть ты приехал, в этот же день выступил, в этот же день получил для себя победу, проигрыш, кубок. She filled me with love and the strength to lead. She said, that kid's a flame. Said, that kid's a flame. He's gonna burn something down if you get in his way. I came to light it. I'm not afraid.
boys, the dropouts and losers, the hurt and the broke. Time to reclaim what the darkness is.